А то мам. А давай чуть побыстрее. Привет, друзья, меня зовут Голуфери, и сегодня у нас вместе с вами покатушка на нашем эндурике. Мы уже приближаемся к первым 5 моточасам, осталось всего лишь 0,4, и подходит время к первой замене масла. Привет, друзья, я за кадром буду вам помогать. Короче, сейчас мы выдвинемся на покатушку, добьем эти 0,4 моточаса, чтобы у нас было ровно 5, поменяем масло, а также подтянем цепь, потому что... За первое время она у нас растянулась, как и должна была. И посмотрите, как она висит. Так быть не должно. Должно вмещаться всего лишь 2 пальчика, не больше. А тут целая ладонь. Сразу после коробки у нас немного люфтила ручка газа, потому что у нас не был подтянут тросик. Я его немножко подтянул, и я его подтягивал и думал, что это до конца. А это какой-то такой брак. А он в другую сторону выкручивается просто. Ну... Вот Артем у нас сам починил. Я починил, и теперь все супер. Теперь намного больше контроля. А то едешь на первый, вроде крутишь, ничего нету. Еще чуть-чуть крутишь, и тебя уже бам, назад немножко так откидывает. А теперь больше контроля, больше так миллиметры можно цеплять. Ездить стало легче, особенно разгоняться. Ну все, поехали. Просто моментом идеально завелся. Нормальную экипировку мы пока что не купили, но все это в процессе. Но если вы хотите, чтобы у меня на шлеме была ваша реклама, то все в ваших руках. Ссылочка на мою почту есть в описании. Чего на твоем шлеме? Если вы хотите, чтобы ваша реклама была на моей голове, Да. Либо где-нибудь здесь, либо можно, где-нибудь здесь. В идеале можно было бы и без очков, но просто очень много мошек и пыли. Смотри, все? Как у нас Дима делает. Взрывает баллончики монтажной пены. Многие спрашивали, где Дима. А Дима у нас в лагере был, а сейчас он... Вот, уже вернулся. Да, и сейчас куча у него баллонов. Сейчас либо сам будет липкий, либо кого-нибудь вымажет. Смотрите. Ай, не попал. Он уже не будет. Ну все, давай, гони. Осталось тебе совсем немного. Смотри, камера тебе вниз смотрит, нет? Нет, нормально вроде. Давай, типа, трошки поднимем. Вот а так. Руль будет видно? Конечно. Ширик стоит. Все, заводи. Ну все, по газам! Погнали. Ну я еще сильно не газую, еще страшно. Без полной защиты, но... Небольшие прыжочки уже есть. О, вот это был крутой. Вот это был мега-дрифт! Такого дрифта еще не было у меня никогда! Давайте добьем 5-ку, по-быстрому вокруг тут поездим, где-нибудь еще я вам покажу места, а потом будем менять масло. Первая попытка бернаута. Просто зажимаем передний тормоз и газуем. Офигеть! На мопеде я газовал полный газ, а тут... Просто отпустил сцепление, и оно на холостых уже начало дергать. Смотри на этот гоночный старт. О, вот это была вообще крутизна. Я прям чувствовал, как у меня заднее колесо заносило. Это было супер. Так, давайте вот здесь вот повернем. У меня здесь есть такое любимое место, где можно подрифтить. Где гладенький песочек. И куда я приезжаю и на первой тренируюсь резкому развороту. Смотрите. Выставляем ногу и просто ложим мотоцикл и газуем. И смотрите, какой у меня получился крутой дрифт. Видите вот это вот... Ой, блин, передачу не выключил. Видите вот это вот колечко? Это все я надрифтил. Ну, если вам видно. И по газам с резким разворотом. Ой, вот это был сейчас дрифт, вот это там пыли, меня еще занесло в другую сторону, я так испугался. Включаем первую передачу и тихонечко газуем. О, бернаут сейчас будет. Вы не увидели, и я тоже, но жопой я почувствовал то, что ее начало нести. Так, тут от дождя повымывало всю колею, и теперь тут можно нормально кататься. А то тут была колея от всякой техники большой. А, не, вот она и осталась. В некоторых местах.
Но это только в некоторых. А так ее почти уже нигде нету. А то за кадром, когда я сюда первый раз приехал, я немного не заехал в колею и из-за этого немножечко упал. Ну как упал? Я ехал вот с такой же скоростью, просто мотоцикл на бок завалил и все. А смотрите вот этот вот трамплин, на котором я прыгал на мопеде. Давайте попробуем здесь прыгнуть на мотоцикле. Но не так сильно, потому что тут, видите, кусты позарастали. Вот, смотрите, заезжаю на бордюр. Спокойненько заехал. И сейчас также спокойненько подпрыгну. Вон, кстати, конь. А вот наша футбольная площадка, которую у нас построили. Смотрите, становимся. Ну, я не подпрыгнул, просто проехал. Потому что еще очень без защиты страшно кататься. Смотрите, а сейчас будет дрифт на повороте. Я думаю, вы заметили, как мотоцикл немножко ехал боком. Это вроде должно было быть видно. Сколько уже? 4,8 моточаса. Я на низах третий. Еду быстрее, чем на мопеде. На максималке. Опа. Ямка была небольшая, нужно было встать, чтобы ее проехать более мягко. А где тут поле? Слева или справа? Я немножко забылся. Слева, слева, да. Все, едем налево. Смотрите, сейчас будет небольшой опять-таки дрифт на повороте. Смотрите. Я думаю, было видно, как мопед... Ой, какой мопед? Мотоцикл опять боком немножко ехал. О, а вот это поле. Вон слева, если вы видите. Я вроде нормально сильно повернулся, должно быть видно. О, кстати, тут уже после дождя все повысыхало. И мои следы, видите? Да, тут после дождя уже подсохло. И тут уже более-менее. Во, лужа какая-то. Но в лужи мы пока что лезть не будем. Еще жалко мотоцикл, жалко пластик. Давайте просто как-нибудь тут тоже подрифтим, погазуем, смотрите. Вот это крутизна. О, смотрите, так я тут сделал клумбу для этого цветка. Ну, не цветок, а растение какое-то. А я вокруг него поездил и сделал ему такую импровизированную клумбу. Кстати, тут очень хорошее место, чтобы сюда приехал экскаватор и наделал всяких горочек для такого мотоцикла, чтобы кататься. Но этим нужно заниматься. А теперь смотрите, быстрый старт с пробуксовкой. Я не знаю, как вы это поймете, но вы должны почувствовать. Смотрите, раз, два. Но я почувствовал, и это было очень страшно. Мне еще пока что очень страшно на нем просто газовать. Потому что во время обкатки больше 50% ручку газа крутить нельзя. Я вроде и не кручу. Вот если это было 50%, то представьте, что будет на 100. Это ж будет вообще умалишенство какое-то. Ой, какая-то тут дорога не сильно мягкая. Ой, не сильно гладкая. В смысле мягкая. Так, проезжаем тихонечко, чтобы люди не боялись. Вон велосипедисты. Еще неделю назад я тоже был велосипедистом. А теперь я уже мотоциклист. Мотоциклист! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это тут дорога раздолбанная. И я сейчас вот здесь вот попробую продрифтить, пока еду. Да, прям тянуло очень хорошо. Вот, на земле, видите? Это я ехал, и во время того, как ехал, у меня буксовало заднее колесо. Это просто очень мощный аппарат. О, а вон дрифт был. И там тоже след остался. Но его уже показывать не буду. А то будем тут только крутиться на одном месте. Можно здесь что-нибудь покопать. Что тут можно покопать? Камешки давайте копанем. Копанул, поотлетали. Резкий разворот. И возвращаемся к нашему полю. О, можно здесь тоже буксануть. Буксанул. Вот здесь вот, кстати, на этом повороте я тут очень часто езжу, и тут от моего мотоцикла уже колея. Потому что я всегда, когда тут езжу, на одном и том же месте буксую. Видите, какая тут
рыхлая дорога. Это все потому, что я тут гоняю. Поэтому, если перед своим домом увидите такое же, знайте, это был я. Ох, криво полетел, но приземлился нормально. Просто очень мало места для разгона. Сейчас еще чуть больше возьму. О, вот это был очень хороший и плотный прыжок. Все, у меня 5, меняем масло. Погнали. Да блин. Смотрите, у нас, кстати, 2 баночки. Ой, не баночки, а бутылочки. 2 бутылочки с абсолютно одинаковыми маслами. Вот здесь вот у нас еще осталось 200 миллилитров, поэтому новые 200 мы зальем отсюда, и остальные 600 вот отсюда. И в этой останется 400. Все, ты держишь, я откручиваю. Держу, держу. Так, друзья, вот так вот у нас происходит натяжка цепи. Все, до конца не надо, хватит. Очень неудобно, да, потому что очень мало места. Может, этот ключик должен быть специальный, тоненький, без вот этих вот лишних. Цепь измеряется вот от этой вот штучки до вот этой вот по центру. Отмеряем середину и ставим 2 пальца. Если 2 пальца стоят, значит все супер. Если больше, то растянуто. А помните, как я 4 сюда засовывал? А теперь вот всего лишь 2. Очень хороший зазор. Теперь берем фломастер и фломастером помечаем болты, чтобы смотреть. Ну, перед каждой покатушкой просто так обходить и смотреть. Все закручено. Или что-то открутилось. Вот смотрите, вот так вот на этом болте. Опа, поставил линию. Здесь не надо, это регулировочно. И с другой стороны точно так же. Оп, зеленую и тоже такую пометочку. Прогреваем на 10 секунд, чтобы у нас поднялась вся стружка вверх в масло, и мы его быстренько слили. Ну все, я думаю, она там поплавала, повибрировала, побурлила. В прошлый раз по неопытности я нечаянно окунул в это масло болт, который выкрутил. Но в этот раз, я надеюсь, такого не будет. Потому что я уже на опыте. Вот. О, ну это профессионализм. Смотрите, смотрите, сколько тут стружки. И теперь небольшую заводочку. Жесть, сейчас я вам его покажу уже вытертый. Ибо смотрите, это вот настоящая стружка, вот ее можно вот так на пальчик взять. О, она как паста, смотрите. Это все вытираем, закручиваем бол, легонечко, смотрите так. Все, пойдет, больше не буду. Только на обкатке надо каждые 5 часов заливать, не всегда. Только на обкатке. Только потом, на обкатке. Потом подольше, да? Каждые 10. Потом каждые 10? Да. Да нет, это уже аж залило. Вот и отлично. Вам эта бутылка? Ну и нормально. Ну ее разбивать не надо, потому что все будет в масле. Дима, в мусорку можешь. Закручиваем и можно ехать. Друзья, что же еще нужно делать на 5 моточасах, кроме того, как поднатянуть цепь и заменить масло? Нужно еще эту цепь пропитать. У нас вот такая вот пропитка для цепи. А больше кроме цепи и натяжки цепи и замены масла на 5000 вообще ничего не надо? Не на 5000, а на 5. Ну, на 5 моточасах. Нет, больше ничего. Там уже смотреть по ситуации. Если ты сам видишь, что у тебя что-то открутилось, то это и нужно поджать. А все остальное следующее... на 10? А? На 10 остальное. Да, на 10. Там на 10 прям целая куча. И фильтр пропитывать, и чистить его, и клапана регулировать. Короче, будем всему учиться. Смотрите, ребята, масло на солнце блестит. Это столько всяких мелких... какашечек. Мелкой стружки. Поэтому оно и блестит. Заливаем бензинчик. Сейчас по ветру оно все будет капать, литься. Не будет. Давайте я салфетку. Я про... салфетку положу. Давай с другой стороны встану, с этой неудобно. Полный залежь. А меня покатаешь? Не, полный не буду. А ну маму давай. Покатаешь? Все. Да. Кстати, друзья, смотрите, тут на передней панели еще для вас есть место для рекламы. Это получается, у нас сейчас можно лапку до 70% поворачивать. 75%! 75% ты уже можешь побольше газовать. Ну да, так уже и нагрузку можно на мотор больше делать. Ну что, первый у нас идет Дима, потом у нас идет мама. Готово, мам. Ноги у Димы ставь. Камера. Камеру включили? Да. Все, давай. Все, удачи. Дим, включай передачу вниз. Пошла обкатка после 5 часов. Сейчас уже можно трошки вниз побольше. Все, Дима, нажал? Переключает передачи. Ничего. Погнали. Себе. Погнали. Вверх. Супер, да? Еще вверх. Я почему-то не слышу твоих радостных эмоций.
стрелы? Нифига себе, такого не было еще. Стрикай одну вниз. Эх, сломался. Да не тискай. У нас же баг, блин, закрыт. А из-за этого? Да. Там только остались запасы, и он на эти запасы съехал. Да. Ой, блин, тут очень опасно, тут колея, видишь, какая? От этих машин. Ну видишь, как он тянет? У нас аж колесо буксует. Вверх! Лапку! Немножечко подпрыгнули на трамплинчике, похвастались перед людьми на площадке и запрыгиваем обратно. Ну так мы так тихонечко заехали. Давай 75 попробуем. Вот это 75 было. А представь сотку. Примерно чувствую. Просто вот 100. Видишь? Вот это было 100. Боишься? Но это конечно, потому что профи за рулем. Все, Дим, Дима, слезай, следующая мама. Димос, рассказывай. Круто очень. Очень круто, хотел бы себе такой. Да. Ребята, если вы хотите, чтобы мы вместе с Димой гоняли вдвоем, то ставьте лайк, чтобы мы ремонтировали Димин мопед. Кстати, уже 5,1. Теперь поедет мама. Мама одна поедет? Нет, со мной. Давай одна. Не. Чего? Мало ли, все бывает. Все, готово? А передатчик кто переключать будет? Артём. Я... Ну давай. У меня ноги висят, и я переключаю. Готово? Раз, два, три. Страшно? Да. Все, по газам. Ну как? Круто. Круто едется. Да. Вот Артём внизу на 75. Мы поехали там так быстро просто. Вот тут аккуратно поворачивай, пожалуйста. Я очень аккуратно. Я ж профи. Тихонько. О, сейчас собьем. Да все нормально, мы ж тихонечко поворачиваем. Может, чуть побольше круг возьмем? Нет. Сразу домой? Да. Ну ладно. Видишь, я вообще не газую. Это, наверное, 25% газа. Очень слабенько. А давай чуть побыстрее. Не надо. Все. Затормозили почти перед поворотом. Но вообще крутяк, да? Да. Разгоняется моментом. Ю-ху! Ну я как? Думаю, я могу сама. Ну это ты так думаешь. В следующий раз, если много лайков соберем. Да, если соберем много лайков, то мама будет на мотоцикле, а я на мопеде. И у нас будет прохват по лесу. Друзья, ну это мы, пожалуй, закончим. Вот такая вот у нас получилась классная покатушка вместе с заменой масла. Мы вас научили менять масло и натягивать цепь, а также ее обслуживать. В следующий раз мы вместе с вами увидимся на 10 моточасах, когда у нас ожидается следующее обслуживание. Но пока что всем пока. Но я поехал накатывать 10 моточасов.